Как проверить свежесть мяса или яиц? Этим вопросом нередко задаются покупатели центрального рынка, особенно отправляясь за покупками к пасхальному столу. Инспекторы Нацагентства по безопасности пищевых продуктов сегодня показали нам, как проверяют мясную продукцию, прежде чем она попадет на прилавки. У рядовых граждан есть свои методы. Мясо, как признались они, не должно быть липким и должно иметь приятный красный цвет. Сегодня также стало известно, что трое сотрудников АНСА задержанных по делу о поставках испорченного мяса, были отстранены от должностей на время следствия. Сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов показали нам, как мясная продукция от производителей проверяется в лаборатории. Ягнята из этой партии, пожалуйста, у этого был обнаружен цистицеркоз. Он не опасен для человека, но такое мясо не попадет на прилавок. Согласно законодательству, в продажу может быть допущено только мясо без изъянов. Если в мясе были обнаружены отклонения от нормы, продукцию не допускают для реализации. Поскольку перед праздниками особым спросом пользуется ягнятина, мы решили поинтересоваться у покупателей, как они проверяют свежесть мяса по внешнему виду и на что обращают внимание прежде всего. Видно, когда свежее. На что обращать внимание? Мясо не должно отдавать синевой, не должно быть липким. Это заметно невооруженным глазом. Видно, что вчера закололи. Можно позвонить по номеру поставщика. Я не думаю, что в продажу допускают продукцию без сертификатов качества. И какой пасхальный стол без крашеных яиц? Как говорят инспекторы АНСА, куриные яйца проверяются с особой тщательностью. На пробу берется по одному из каждой клетки. Можно провести органолептический анализ, разбить яйца, проверить состояние белка и желтка, провести эвоскопию, определить свежесть продукции. Покупатели прежде всего обращают внимание на срок годности, указанный на скорлупе. Свежие яйца. Здесь не залеживается товар. А вы часто здесь покупаете? Да. Смотрим, чтобы написана была дата. Доверяем. Наверное, у них тоже есть дома дети. Продавцы нас заверили, что привозят товара ровно столько, сколько могли бы продать за один день, поскольку продукция скоропортящаяся.